ты, падла, опять ролики не делаешь? Нет, я просто отдохнуть хочу. А, не надо, не надо. Привет, мои абсолютно и разумно адекватные мушкетеры. С вами я, ваш верный друг Усама Бен Ладен. Этот piece of video значительно отличается от всего того, чем доблестно всратая компания BB Incorporated занималась тут до этого. Мы не будем сегодня обсуждать какую-либо игру. О нет, no nine. Сегодня мы будем обсуждать вас, то бишь геймеров, то есть людей, которые играют в игры и ловят с этого балдеж не хуже, чем от поедания хрумок во время просмотра индийской порно-версии Евангелиона. В последнее время меня очень беспокоит то, что игроки не могут жить в мире и постоянно друг друга членососят по платформенной принадлежности, потому кто в какие игры играет, какие игровые студии котируют и т.д. Боюсь себе представить, что было бы, если эти трое дожили бы до наших дней. Меня это реально беспокоит, потому что лезу я такой в комментарии почитать культурные обсуждения актуальных игровых новостей. А там два философа доказывают друг другу, что кто-то из них дебил, а кто-то не дебил. Хотя с самого начала спора дебилами оказались они оба. The game was rigged from the start. Покапоши, Санипоши, Нинтендопоши, Билипоши, да и все геймеры в принципе. Вот эти ребята просто, сука, не могут ужиться вместе и ненавидят друг друга на постоянной основе. Стоит кому-то в сети упомянуть о своей принадлежности какой-либо и, скажем так, раз, или не дай бог он скажет, что ему нравится какая-либо игра, как на него сразу же набросятся как стервятники, как гопники на Ямаря и начнут его избивать ногами, говоря: «Ой, да у вас кроме Bloodborne больше игр-то и нет!» Ну чё, кайфово на мобильную парашу по 5000 тратить? Ты чмоня даже и не слышал, что у консоли должны быть эксклюзивы, да? Лол, да он ПКшник, ты ж ни во что, кроме Доты и Айзека, не играешь-то! Каждый раз, когда мои подписчики случайно встречаются в интернете и начинают поносить друг друга почем зря, я словно Йода чувствую это и испытываю самый настоящий грустный попа-боль экспириенс. В жизни, в прессе, да и среди обычного недальновидного люда сложилось впечатление, что геймеры — это умственно отсталые и агрессивные расисты-женоненавистники. Но им даже в голову не может прийти, что это не так, и на самом деле геймеры больше всего жизни ненавидят друг друга. Мне что-то нравится. Ух, я тебя ненавижу! Своей пламенной, как танец мамушка, речью я планирую наставить на путь истины тех, кто и сам уже глубоко в душе заебался и прекрасно понимает, что так дела не делаются. Изначально подобная вражда была вполне ожидаема. Три знакомых братана могли получить на Новый год слэш день рождения, допустим, Сегу, чтобы гонять червяка Джима, Супер Нинтендо, чтобы шпилить Супер Метроид, или ПК, чтобы чилить в Ультиме. Каждый из этих братанов был в восторге от подарка и спешил увидеться друг с другом, чтобы поделиться впечатлениями. Если эти ребята родились нормальными, без дефектов в голове, то они радостные, будут бегать друг друга в гости, гамать вместе в разнообразные годы на разных платформах и получать какой-никакой фан. А если же ребята на голову дебилы, то они начнут срач на тему, у кого система пизже и мощнее, а игры слаще и графонистее. Далее они разосрутся и больше никогда не будут общаться, превратившись в унылых дрочил, которые будут писать в интернеты, что все вокруг быдло, а бабы и курвы, потому что вешаются только на успешных людей, а на него бедняжку лампово даже и не взглянут. Ладно, была бы проблема в этих дефективных, но с развитием Ютуба начали всплывать вырожденцы, которые подливают масло в огонь своим необдуманным, неаргументированным, никому нафиг не сдавшимся мнением. И все это пылание лишь сильнее возгорается, попутно охватывая даже тех разумных ребят, которые ни с того ни с сего вдруг осознают, что тот, кому что-либо нравится, тот пид. Как с этим быть? Как утихомирить в себе этот животный дикий гнев и перестать подобно обезьяне кидаться в людей своими фекалиями? У многих игроков есть яростная неприязнь к собратьям, которые играют на других платформах. Раньше основная вражда была между фанатами Sony и Microsoft, которые периодически объединялись против ПКшников. Еще была Nintendo со своим Wii, но консоль из-за своей специфичности находилась в стране где-то настолько далеко, что многие из нас о ней даже и не слышали. И очень даже зря. Фанаты Майков и Сони закидывали друг друга говном только так. У одних дисковый привод хуже, у других лайф-сервис плохой, там геймпады быстро ломались, тут дизайн консоли уродливый, у тех были Halo, Gears и Fable, у других Uncharted, Heavy Rain и Killzone, а на ПК вообще ни того, ни другого. Ой, а на консолях мыло и нет графона, на PS-ке нет игр, а Xbox берут нищие пираты, которым на комп не хватило, ха-ха-ха. Короче, происходил бардак. Игровое комьюнити активно следило за новостями, и если кто-то из противников делал где-то хотя бы маленькую оплошность,
ценность, то другие раздували ее до размеров слона и гэгэгэкали, пока сердце не откажет. Поначалу у меня были подозрения, что это из-за того, что многие были детьми, а детишки не могут быть адекватными и абсолютно разумными. Но в последнее время в комментариях во всяких пабликах ВК я все чаще замечаю, что подобной ересью занимаются вполне взрослые люди. Из этого следует вывод, что возраст тут не важен. Мышление агрессивного малолетнего дебила может быть и у зрелого человека. Просто нужно осознавать, что каждый играет на той платформе, на которой ему удобнее. Кто-то пользуется PS-кой из-за эксклюзивов, тот же самый Паук, мое почтение. А про Бладик я вообще молчу, просто 10 из 10. Кому-то больше Хуаникс заходит из-за сервисов и обратной совместимости с 360-м и первым Xbox'ом. Могу гонять в Хейлы с гирзами или в тот же самый Моровинд и Индиану в жбанцев 60 FPS и 4K. А кто-то выбирает Switch, потому что Зельда, Марио и портативность. Правда, моей мухосране выходить с ним на улицу я не рискнул бы, но в продвинутых городах в метро мутантов погонять или в самолете в цифку просто самое то. Ну, про ПК, я думаю, так вообще нет смысла говорить. Там есть Total War, Dwarf Fortress, Сталкач, Готик и куча старых ламповых игр. Так почему бы не уважать выбор каждого человека и в случае косяка той или иной компании относиться к этому с иронией, а не злобным гыканьем? Каждый человек делает выбор сам и решает для себя, где ему комфортнее. Кто-то вообще не парится и пытается иметь все сразу, но про теорию мультиплатформенного боярства мы с вами как-нибудь потом поговорим, хорошо? Еще многие ребятки на территории СНГ качают игры с торрентов и искренне не понимают, как этот человек может платить за игры. Или еще хуже, платить за одну игру аж несколько тысяч. Поэтому они от всей души называют таких людей дебилоидами и уверены, что уж кто-кто, а он тут самый умный. Но спешу заверить, что это не так. Очень многие люди за границей покупают игры и сразу же по фулл прайсу, а не по дешманской скидке в Steam. Конечно, для нас это проблематично, особенно в условиях экономики и того факта, что большая часть из нас нищие и ничего с этим не поделаешь, выживаем как могем. Но это еще не означает, что качая с торрентов, мы становимся умнее и лучше других. Просто многие из нас вынуждены это делать. Да, с горем пополам удалось скопить денег на средний такой комп, и когда тебе говорят, что ты вдруг за очередную часть ассасинов должен платить 2000, то ты, конечно же, этого делать не будешь. Адекватные люди это понимают и ничего против тебя говорить не будут, потому что играть охота всем, но не у всех есть средства. А те, у кого не есть, с радостью, допустим, купят игр в Стиме или возьмут Свеча и будут тратить на Зельду, Марио и Animal Crossing столько, сколько они захотят, и это их право. Это еще не означает, что они идиоты-фанатики, которые скупают всю продукцию Nintendo и будут жрать любое дерьмо. Нет, просто им эти игры нравятся, и у них есть на это деньги. Почему бы тоже не отнестись к этому с пониманием? Еще есть одно такое забавное явление, когда человеку не понравилась игра, и он считает, что это игра кал. А значит, что все, кто в нее играет, недалекие говноеды. Допустим, мне не нравится серия Half-Life, ну потому что мне не зашло. Но это не означает то, что игры дерьмо. Нет! Запомните, абсолютно разумные подписчики. Игра тебе не нравится, но это не всегда означает, что игра говно. Конечно, бывают случаи, когда объективная игра не так хороша, как хотелось бы, как тот же Metal Gear Survive, но хей! Если ко мне подойдет мой друг и скажет, что ему игра по душе, и он залипает в нее дни напролет, то я лишь искренне порадуюсь за него и сдержу в себе порывы не заорать, не... потому что да какое я имею на это моральное право, кто я вообще такой? Еще есть те, кто вбрасывает ложные утверждения, которые рассчитаны лишь на поджигание жоп несчастных, но я прошу вас, не ведитесь на это. Вроде бы такой абсолютно банальный совет, но так мало людей следует ему и как будто специально начинают с такими людьми срач устраивать. Вам что, делать больше нечего? Идите там в Гаррис Моде что-нибудь поделайте или кратко про Аркс Фаталис пересмотрите, но в срачах-то зачем участвовать? Все, о чем я вас прошу, это соблюдайте рамки приличия при общении с себе подобными, потому что к нам и так как к ущербным относятся. А всякие нехорошие личности так вообще пытаются на свой устав навязать и задушить нашу свободу. Поэтому просто держитесь друг друга и в случае неудачной стычки или недопонимания напишите друг другу: сорян, но в наши тяжелые времена участвовать в интернет-стычках не камильфо. Давай я просто признаю, что ты нормальный такой человек, и мы разойдемся с миром. Конечно, я не прошу вас мыслить как травоядное, которому все нравится, он не ввязывается в конфликт и весь прям сладковатный. Просто излучайте поменьше негатива и побольше позитивной космической энергии. Ведь если ты ведешь себя как говно, то значит больше мух будет на тебя садиться. С вами был ваш ущербный аутяра сомнительного происхождения. Если хотите еще подобных роликов, то поделитесь со мной вашей позитивной энергией космоса. Так я пойму, что мое мнение хоть чего-то стоит. Хотя на самом деле нет. А на сегодня... желаю всем вам пивка, бутеров,
и побольше вкусных хрумок. Пока!